Так, всем привет, дорогие друзья, это я, Никита. Мне написал мой подписчик, посмотрите его видео. Печальное видео, завтра он уезжает. Хэштег пока. Давайте наберем под этим, давайте все мои подписчики, ну или не все, хотя бы хоть кто-то поддержит Крис Скайнлайна, потому что он... Ну, у него и так с видео все плохо, потому что видите, сколько у него много дизлайков тут. Сколько у него много всяких плохих комментариев, вот. У него больше дизлайков, чем лайков. Да и вообще, собственно говоря, он просто забит до отвала хейтерами. Вот, смотрите, даже пишите ей плохие комменты, ставьте дизы, ссылка в описании. Это кто, интересно? То есть, вот, посмотрите, тут вот 40 дизлайков. Смотрите, вот. Вот, смотрите. То есть, посмотрите, как ему ужасно все пишут. То есть, давайте его поддержим, потому что, ну, реально, у него больше, у него столько куча дизлайков, чем лайков. Я надеюсь, то, что у него... Ну, вот, видите, это ненормально, то есть. Непонятно, с чего все началось. Вроде бы нормальные видео, а пишут херня, там все такие тупые. Говорят, типа, то, что... Даже вот говорят... Интро пишет ему, что за хэ. Видите, сколько у него дизлайков, а из-за чего это началось? Вот. Давайте все на него... Какую ёпту дал, если ты не останешь от канала нашей хатика, я тебе пизда, смотри, первый вариант. Так, тик-так, а я тебя знаю. Первый вариант, ты извинился. Вот с чего все это началось. С тик-така. Ну, тик-так, ну зачем? Ну, ты ведь мой подписчик. Блин. Вот это уже... Мне его написали... Видите? Ну, ребят, давайте лучше поддержим Криса Кайнлайна. Реально, потому что у него с подписчиками проблемы. У него проблема с разными людьми, конечно. Давайте поддержим его, подпишемся на него. Да и вообще, собственно говоря, мне хочется его хорошо поддержать. Ему пишут фу говно. То есть канал хороший, но почему-то очень много дизлайков, очень много всякой для лайков и все развод. Я не знаю. Но я не понимаю, с чего все началось. Наверное, все из этого видео началось, где... Типа, он написал развод. У него девушка, наверное, была. Ну вот, то есть давайте его поддержим, потому что, ну, мне жалко человека. Вот. Ну, короче, ребят, давайте подписываемся на Криса Кайнлайна. Давайте, ребят, надеюсь, я знаю то, что вы у меня умнички, и вы у меня хорошие люди, так что, пожалуйста, подписывайтесь на него.